В Люберцах состоялось торжественное открытие картинной галереи. Для всех жителей это было долгожданным событием. И вот теперь для ценителей искусства появилось помещение площадью 4000 квадратных метров. Помимо этого, в другом крыле здания можно посмотреть экспонаты и краеведческого музея. Много лет жители округа ждали, чтобы на улице Звуковой в Люберцах открылась картинная галерея. И вот в своей поздравительной речи глава Владимир Ружицкий не забыл упомянуть про создателя этого объекта культуры, чьи труды и старания не были напрасны, Михаила Петровича Изместьева. Я думаю, что он нас сегодня слышит. Он вместе с нами радуется, потому что то, чему он посвятил свою жизнь, и то, что сегодня... Вот это здание, сооружение, оно воплотилось наяву, это его заслуга. И это его конкретная заслуга и здесь стоящих. Поэтому, конечно же, у нас сегодня праздник. Слово «праздник» прозвучало в этот знаменательный день еще неоднократно. И традиционно, перерезав красную ленту, торжество состоялось. Люберецкая картинная галерея официально открыта. То, что мы сегодня открыли это помещение, это, конечно, чудо, потому что... Это уникальное место для всех творческих людей нашего округа, потому что картинно-выставочная галерея – это очень фундаментально, я считаю, и очень важно, особенно в наше время. В этот день гости не только получили ценный подарок, но и подготовили неожиданные сюрпризы для директора галереи. Как положено, когда открывается любое здание, какой-то подарок приносится. Память. И вот на добрую память галерея от меня, от Алехова Радомира Ивановича, родового имения «Цветы». В картинной галерее собрано более 5000 картин, которые представлены в двух выставочных залах. Здесь, помимо работ местных художников, находятся и жемчужины выставки – картины 19 века – Айвазовского, Маковского, Клевера. Ну, мы очень рады, счастливы, очень долго ждали этого. Ну, как патриоты, я была знакома с Изместьевым, поэтому мне очень приятно, что его мечта, она все-таки исполнилась. Ну, это огромная, во-первых, радость для города, потому что действительно уже во многих маленьких областных городах существуют галереи, где местным жителям предоставляется, они имеют возможность выставлять свои работы, потому что это очень важно. Музейно-выставочный комплекс, который объединяет краеведческий музей и галерею, планируется сделать центром искусства Люберец. Уже в день открытия здесь проводили мастер-класс для юных художников. И теперь у руководства галереи еще много планов на будущее. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.